Итак, приветствую, друзья, на связи Грим Оптимист, мы с вами продолжаем играть Dark Souls 2, значит, сейчас мы что с вами сделаем? Так, у меня все еще все равно какие-то фризы, я так и не понял, откуда они берутся. Отправляемся в Маджулу, сейчас попытаюсь объяснить для чего. А для того, что... Да, все равно фризы какие-то идут. Мы сейчас берем... Так, стоп, 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 стоп. Едим все души. Вот. Вообще все души. Моя задача не просрать вообще души при этом прохождении, потому что я первый это босс, он слабый, а вот второй босс это жопа. Вот. Его, как бы, чтобы его убить, надо, короче, левел высокий достаточно. Так, улучшаем жизни, улучшаем на 2 стамину и улучшаем ловкость, адаптивность. Да, все. Теперь берем, идем туда, откуда пришли. С такими лагами, я не знаю, босса даже первого, наверное, хер завалю, если так будет все лагать страшно. Не, раньше не было такого, не знаю, с чем это связано. Видите, да, стой, 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 потом вот так вот, что это такое вообще? Просто, ну, непонятно вообще. Ладно, хер с ним, короче. Пошли вперед. Так, там у нас... Тут, туда мы пока не можем пройти. Тут у нас этот... Копейщик. Очень опасные противники. Сразу говорю, очень опасные. Это самый опасный из всех рядовых противников. Эти не очень опасны. И то я умудрился отхватить от него. Но это по глупости скорее. Вот. Сюда мы пока тоже направо пройти не можем, но сможем скоро. Этот тоже сейчас встанет. Поэтому лучше его так убить. Вот, подбираем здесь тушу мертвеца, которую, кстати, тоже можно было использовать. По ножу полого солдата, которые мне не нужны. Вот идем сюда. Блин, я не знаю, что делать с такими. Надо комп, наверное, перезагрузить. Убиваем этого товарища. Там находится дверь, которую мы пока не можем пройти. Вот, и сейчас будет локация, которая, кстати, довольно сложная. Вот, но в нее надо обязательно зайти. Тут очень много важного. Так, с такими лагами я не знаю, что делать. То есть ничего сложного здесь нету, но вот с такими лагами это полная жесть. Факел, так, это мы взяли. Сейчас будет довольно, кстати, действительно непросто, надо сказать. Придется упасть, потратить здоровье. Сейчас быстро бежим вот сюда. Вот, и тут надо сейчас бегать, причем вот этого чувака надо сейчас сагрить. Сука, да иди ты сюда, урод. Ты что, тупой совсем, что ли, или что, я понять не могу? Оп, сразу кувыркаемся. Кувыркаемся. Ждем, пока восстановится... Так, у него что-то и выпало. Доспех полупехотинца. Ненужная вещь для меня. У меня доспехи очень нехилые. Для начала, по крайней мере. Так, и сейчас будет реально сложно, сразу говорю. Тут надо под огнем... Под огнем как-то все это вывозить. Придется выпить флягу, но без этого тут никак. И то, видите, то есть я постоянно отхватываю. То есть эти лучники, они постоянно меня долбят. И проблема в том, что они попадают, даже когда я двигаюсь. То есть чистый камень жизни. Хорошо. Так, дальше что делаем? Падаем и умираем. Блять, сраное управление. Говно долбанное, блин, в Dark Souls. Ненавижу. Вот это та причина, по которой я нажимал кнопку. Она просто не сработала. Потому что это Dark Souls 2. Блин. Потому что кривой движок они сделали ссаный. В
В первой части было такого не было, говна. Я просто умер по глупости. И все дергается еще. Ненавижу вот Dark Souls, именно вторую часть, вот самое говёное, что есть, это реализация прыжков. То есть они вообще не работают. Тут придется все это убивать, сразу говорю. Сейчас будет жопа, сразу говорю. Они сейчас по-любому откуда-то, да, вот откуда-то он появился, я помню. Отпрыгиваем. Этот сучий выродок сейчас на меня сагрится. Обязательно его нужно убить, иначе он сагрится, когда вы полезете. Так, пьем флягу. Поднимаемся. Я боюсь, вот сейчас опять не допрыгну, и что бы еще делать? Опять заново проходить. Какого черта ты не залочился на него? Слушайте, ребята, не знаю, мне, видимо, надо новый геймпад покупать, потому что что-то с ним не то. Но я, ребята, пробовал запускать первый Dark Souls, там все работает, там все идеально, никаких проблем. Тут просто кнопки не срабатывают постоянно. Я опять сдох. Ой, не ту кнопку нажал. Ну, а тут я уже, конечно, виноват, это я не спорю. Все, нормально, сейчас пройдем, короче. Кучу души, конечно, просрал, вот что плохо, ну ладно. Но с такими лагами я, конечно, не знаю, то есть фризами это жесть. Ладно, тут как бы, говорю, ничего сложного нету, тут вся проблема в управлении. То есть тут противники тут не сложные, вообще ничего сложного нет, но как я буду дальше вывозить все это, я не знаю. Сразу говорю, вообще не знаю. Шлем полого солдата у меня есть такой. Так, этот упал. Того. Придется убивать. Так, придется падать здесь. Тоже печальное место. Ненавижу, когда нужно терять здоровье. То есть и без этого не обойтись. Очень раздражает. Иди сюда. Так, тут уже особо не полечишься. У меня уже... Я уже почти полый. Это плохо. Это реально плохо. Сагрились все теперь лучники на меня. Так, раз, два, три, убегаем. Остался один. Свидание. Там еще лучники. Так, пожалуйста, прыгни. Все хорошо. Все, ну, считайте, дело сделано. То, что я ненавижу больше всего в Dark Souls, туда пока не пойдем. Тут есть ловушка, я на ней умер первый раз, сразу говорю честно. Человеческая фигурка еще одна. Здесь какое-то ненужное дерьмо. Янтарная трава, которая мне тоже не особо не нужна.
И здесь, короче, вот чувак, если с ним долго очень разговаривать, это странник, который составляет какие-то карты, хотя бы по мне так он копается в грязи, он даст ключ от здания в Маджуле, про которое я говорил. Это очень важное здание, там есть очень много полезного всего. Все. Вот он говорит, я не забирался вглубь особняка. Естественно, мы заберемся с вами вглубь особняка. Я там уже был, я прекрасно знаю, что там есть, но пока не буду раскрывать с карты. То есть буду рассказывать все по мере прохождения. Сейчас нужно быть аккуратным. Вам может показаться, что все легко, но вы видели, то есть, что на самом деле, то есть, есть сложные моменты. Но они, как правило, то есть, враги, говорю, вот реально сложный враг первый, которого я встретил, это был второй босс. Это реально, ну, очень мощная скотина, с которой проблема. Так, сейчас надо, короче, усилить бдительность, потому что будет сложно. Сейчас будет реально сложно, потому что тут есть... Ну как сложно, я тут умирал очень много раз. Ну как много, умирал, короче. Туда мы тоже с вами попадем потом. Вот осколок титанита, очень полезная вещь, как вы понимаете. Вот в таких местах, где нужно ходить, говорю, то есть нужно быть максимально аккуратным. Просто максимально аккуратным. Вот еще один урод тут, кстати. Полез, так, лочимся на него. Главное не упасть сейчас. Успел задеть меня, сука. Поднимаемся. В эту локацию абсолютно не обязательно заходить. То есть можно вообще на нее пропустить и забить на нее. Вот. Но я хочу вернуться сейчас назад. Потому что появилась, скажем так, возможность кое-что сделать. Так, душ у нас немного, правда, но зато мы можем отправиться сейчас в Маджулу. Естественно, нам не хватит душ там на что-то крутое, но... Зато мы можем сходить в этот особняк, про который я вам говорил. Падать, кстати, вот в Dark Souls 2 гораздо больнее, чем в первом. В первом падении были не такими жесткими. Вот тут, короче, много чего есть. Вот. Мне очень нравится это место, такое классное прямо, да, согласитесь? Такая книжка, блин. Ну, клево, я люблю книги просто вообще. Вот ключ Фароса. Его можно, его та эта старая сучка продавала за 4000 душ. Тут можно взять его бесплатно. Правда, я так подозреваю, что он нужен не в единственном экземпляре. Фырчат это эти, как они называются-то? Кабанцы, про которых я говорил. Вот тут есть еще сундучок. Осколок титанита и факел. Вон там пасутся эти хрюшки. Это, ребята, не все, что есть в этом доме. Как нам сказал только что хозяин, то что в подвале раздаются какие-то страшные звуки. Тут есть скелет, ребята. Вот это карта. Кстати, карта игры, и здесь будут загораться огоньки. Я об этом узнал, конечно, уже после того, как первый огонек загорелся. Просто мне стало интересно, я про подвал почитал. Вот, скелет. Он в единственном экземпляре. Как вы помните, по Dark Souls 1 скелеты это очень серьезные противники. Но убить их не проблема. Человеческая фигурка из него выпадает. К сожалению, он не восстанавливается, этот скелет. Вот, и здесь у нас есть сундук. По-моему, кстати, тут что-то есть в нем. В смысле, плохое. Нет, нету. Сосуд души. А здесь у нас осколок фляги с эстусом, еще один.
Как вы понимаете, то есть сюда мы заглянули совсем даже не зря. Может быть, в этом доме еще что-то скрыто, я не знаю. Пока не видел. Я не исключаю такой возможности. Прикольный дом вообще. То есть, вот говорю, если бы этот чувак не дал вам ключ, то есть, то вы никогда бы не нашли это место и никогда бы... То есть, ну, вы поняли, то есть весь Dark Souls в этом, вот в таких вот моментах. 1500 душ, кстати, может быть, нам хватит на один уровень. Давайте прокачаем флягу с Эстусом. Ну, если что, мы... А, нет. Так, улучшить флягу с Эстусом, да. Мы потратим души сейчас не на улучшение уровня, а на кое-что другое. Вот, хочу кое-что посмотреть. Так, мечи. 78 плюс 78, 16-15. Здесь, короче... На самом деле... Какой из этих мечей лучше, это еще большой вопрос. Вот я думаю, какой из них прокачать. Мне почему-то... Меч рыцаря Хейда, длинный меч огня. Давайте меч этого Хейда попробуем. Я просто обычно всегда меч огня улучшал, а сейчас хочу меч Хейда. Вот просто хочу. Так... Усилить оружие и броню. Этот стоит 500, этот тоже 500. 82, 50, 54. Блин, он намного лучше. Не, давайте все-таки, ладно, меч. Хотя... Черт его знает. Просто этот намного лучше улучшается. Изначально. Даже не знаю. Этот бьет молниями, тот бьет огнем. И хрен его знает, что из него улучшать. Давайте с молниями, ради интереса просто. На два можно прокачать. Пока что. Так, посмотрим, что у нас по душам, которые можно сожрать. Одна душа всего. Ну и ничего она мне не даст, то есть смысла нет. Есть ее. Отправляемся. Назад у нас теперь есть прокачанный меч. Я хочу теперь просто... Ну, игру обычно с мечом огня ходил, прокачивал его. А сейчас хочу вот этот попробовать. Может, так будет лучше. Тем более этот вроде как прочнее меч. То есть, ну, написано там, что он типа прочный, там все такое. Вот тут сейчас будет, короче, еще пара интересных моментов, про которые, естественно, вам расскажу. Тут недолго, недалеко осталось, на самом деле, до первого босса, но... Он не сложный, я вообще без проблем, то есть его убиваю. Черт. Не фартануло мне. Первый босс, он реально легкий. Но есть там свои, скажем так, моменты. Так, тут нам сейчас не надо все опять весь этот геморрой проходить. Там мы уже все собрали. Поэтому мы идем наверх. Так, тут пройти нельзя. Окей. Хочу попробовать бэкстепик ему захерачить. От черта. Отлично. Так, тут сейчас будет интересный момент. Если я поднимусь туда, выйдет босс. Это второй босс, которого я с трудом диким убил. И типа его... это его раннее появление. То есть раньше той локации, где он по идее должен появиться. Мы его с вами, скорее всего, попытаемся убить именно здесь. Потому что здесь это сделать проще, чем на локации, где с ним придется драться. И так или иначе. Что мы делаем сейчас? Мы агрим. Вот так я тут дико отхватил, короче, от бомбы. Так, этот... Откуда ты здесь взялся? Вот этот идет еще. С пикой. С копьем, то есть. Получилось, кстати, сделать этот удар, который... Так, тут по-любому, ребята, придется вылечиться, потому что сейчас будет очень рискованный шаг. И у меня, тем более, уже почти полый.
Смотрите, что надо делать. Встаем здесь, смотрим на этого мудака. Не получилось. Да что ж ты такой косой-то? Твою мать. Так, что-то у меня не получается. Обычно всегда получается. Давай, ты. Говнарь. Не получилось. Что-то, блин. Да ты пошел ты, короче, косорукий. Ах ты. Блин. И я умер, но это не страшно. Это не страшно, сейчас вы поймете почему. Главное, что я пробил. Можно это, конечно, было сделать своей бомбой, но мне что-то жалко. Первый раз, кстати, умер здесь. Ну, он просто что-то дико тупил и не... Видите, открылся короткий путь. Вот он. Вот, сейчас надо убить этих товарищей. Да твою мать, а... На самом деле очень плохо. Ну все, видимо, я уже в жопе, мне кажется, нет? Можно, конечно, забить на них, но они обязательно придут и ударят в спину в самый нужный момент. В этой игре всегда так, то есть если... Ну, короче, он ударит в спину меня. Все. Теперь уже можно быть более спокойным. Этот еще там ходит. И он сейчас будет ждать. Я успел раньше. Так, значит, что еще? Тут есть два момента. То есть можно пойти туда. Там очень много важного всего, я вам покажу. Можно пойти сюда. Здесь ловушка. Тут стоит рыцарь, который говорит: там впереди жопа, все, короче, плохо, тебе пипец. Вот мы идем вперед. Подрезаем вот этого вот чувачка. Отхватываем от второго. Добиваем его. Вот ни хрена себе снайпер хренов. Подрезаем еще одного. И тут дальше начнется, кстати, довольно жесткая тема. Туда вообще не обязательно идти, сразу говорю. То есть давайте подлечимся. Там ничего особо полезного нету. Это я так, просто чтобы показать вам. Тут трое аж этих уродов. Отходим назад, одного мы убили. Сейчас главное стамину восстановить. Отходим. Добиваем еще одного. То есть, ну ничего сложного, как вы видите, нету, но... Да, вот я немножко лажанул сейчас. Ароматная мазь — это усиление оружия. То есть намазывай, как смола в первой части. Намазывайте на оружие, но... Так, я вот сейчас не понял, что было, если честно. Видимо, меня стрелой все-таки попали. Так, придется мне еще одну флягу выпить. Конечно, не стоит так тратить, говорю. Фляги, да, на пустом месте. Все. Ну, души пофармили заодно. И тут еще один. Где-то должен быть. Стоп, тут был еще один, я помню. Ну его здесь нету. Ну и хер с ним, короче. Идем вниз, тут ничего, туда не перепрыгнуть невозможно отсюда. Вот мы типа выбрались из ловушки. Он говорит: тебе удалось убежать, типа ты крут, все. Собственно говоря, это все, что есть в той ловушке. Никакого особого
никакой особой, не знаю, супер крутой штуки вам там не дадут. Значит, что мы делаем сейчас? Берем, заходим, взводятся арбалеты, выходит этот мудак, они его убивают. Далее, еще раз заходим, чтобы тот отошел. Убиваем быстро этих двух, потому что там пойдет сейчас еще один. Я просто тут все уже изучил, говорю, прекрасно, то есть ориентируюсь, скажем так. Тут у нас какая-то стрела души, не знаю, что такое, душа мертвеца, синий щит не нужный мне. Вот, и тут есть очень много интересного. Это место вообще очень важное. Во-первых, тут есть секрет, до которого я додумался вообще сам. Один секрет, до одного я додумался сам. Тут, кстати, нужно отпрыгивать, сразу говорю. И то, видите, то есть я потерял ХП на этом месте. Осколок титани. Но здесь очень важная вещь, то есть ее надо взять. Вот то, про что я говорил. Вот. Ключ, камень Фараса. То есть, ну как, не то, что я нашел сам. Я просто подошел, у меня есть этот ключ уже, я и вот спокойно его использовал. То есть, вот, пожалуйста. Ну, про то, что нужно ударить по этой штуке, я тоже случайно ударил, просто да получилось. Вот, и здесь есть очень важное кольцо. Кольцо Кларанти, которое ускоряет у нас скорость восстановления стамины. Здесь, короче, не помню, чего уже, если честно. Кусок титанита. Это хорошо. Вот. Вот про этот. Тут, смотрите, тоже дверь. С этой стороны не открыть. Что мы делаем? Мы стучимся, говорим: ублюдки, открывайте. И нам открывают. Придется этим мечом сейчас пользоваться, потому что тот сейчас. Ни в коем случае нельзя допустить поломки того меча. Ну давайте. Назад. Так, я вот сейчас дико вообще лажаю, если честно. Отходим. Так, мне нельзя на нем сдохнуть сейчас, поэтому и надо подлечиться. Рисковать просто не могу. Понятно, что вряд ли я на нем сдохну, но все равно. Лучше пожертвовать одной этой штукой. Крылатое копье. Кстати, очень неплохая вещь. Интересно, я смогу им пользоваться? Вряд ли. Да, оно требует 18 ловкости. У меня даже близко столько нету. Самоцвет жизни. И здесь есть еще один очень неплохой ништяк. Кольцо жизни и большой осколок титанита. Вот, кольцо мы сразу же, естественно, одеваем. Оно увеличивает максимальный запас жизни. Не намного, правда, сразу говорю. Ну, то есть это примерно такое кольцо, которое нам предлагали взять в начале. И кольца теперь, кстати, можно 4. В первом Dark Souls 2 только можно было. Вот это вот свечение зеленое вокруг моего главного героя, это результат действия кольца, которое восстанавливает выносливость. К сожалению, ничего с этим не поделать. Так, что мы делаем? Мы ставим сейчас в третий слот сюда, ставим лук. Вот я не могу им эффективно пользоваться. А, да, точно. Ставим сюда стрелы. А стрел у меня нету, мать вашу. Это плохо. Я забыл купить стрелы, это очень плохо. Потому что я не знаю, что сейчас делать с этим вот чуваком. Он вообще никак не реагирует. Давай, иди сюда. Что мы сейчас делаем? Оббегаем. И не промахиваемся. Попадаем. От, сука, а, не попал. Второй раз. Ну ладно, там можно его и так уже добить. Они не очень мощные, эти твари, то есть, ну как, они мощные, конечно, но не настолько, то есть. Как бы убить можно и так, просто так проще.
За них, кстати, хорошо душ даю. Тут можно просто пробежать. Вот, и тут есть довольно важное место. Самоцвет жизни, косточка возвращения. Это, конечно, все очень хорошо и прекрасно. Берем теперь. Это была лажа. Я не знаю, что я, кстати, без лука сейчас буду делать, потому что там будут проблемы без лука. В смысле, без стрел. Так бей ты его. Черт. Стамина все время заканчивается. Меня это вымораживало всегда. Так. Черт, у меня нет уже фляг этих. Ну тут совсем чуть-чуть осталось, на самом деле. Значит, что делать? Тут есть один секрет, который можно взять без лука. А, ну вот этот мудак сейчас встанет, да, еще забыл сказать. Давайте используем этот камень. Вот. Вот так это делается. Можно без лука. Черт, закосячил я опять. Ну ничего страшного. Оп, бьет. Раз, два, три. Все. Как люди с мышки и клавы играют? Тут алебарда и душа солдата. Алебарда, она хорошая, но она... Я не могу ее пользоваться нормально. Так смешно персонаж двигается, если честно. Все, на этом... В принципе... Все, что есть в этих локациях, заканчивается. Ну как, не все, тут еще есть, короче, сейчас. Вот, тут есть жучок, которого... Нужно убить. И у него есть два куска титанита. Это нужно делать очень быстро, иначе... Ну, это я еще из первой части помнил, то есть там такие же были, если кто не знает. Поэтому я догадался очень быстро, как это сделать. Вот тут, короче, щит, еще какая-то херня. Вот, и скоро будет босс первый. Точнее, не скоро, он будет прямо сейчас, но мы к нему не пойдем, потому что... надо... У нас куча душ. Огненная стрела. У нас есть куча душ, и мы открываем короткую дорогу. Поднимаемся наверх. Спокойно. Вот и наша задача сейчас, естественно, сходить в Маджулу, потому что на боссе я могу сдохнуть. Как бы тут никогда нельзя быть уверенным. Хоть боссы легкие, ну, относительно, но никогда нельзя быть уверенным, что ты выживешь. Поэтому лучше сейчас просто взять все, что у нас есть, все души использовать. Вот у меня сейчас 4600. Берем. И прокачиваем левел. Что мы делаем? Мы улучшаем. Так, я вот думаю, чтобы силу, наверное. Силу, ловкость. Черт его знает. Защита от ударов. Стойкость, что ли, вкачать? Наверное, да. Так вот. Зато сейчас можно со спокойной совестью. Во-первых, можно сходить и купить стрел, потому что я в любом случае сейчас. Вот, купить предмет. Переходим во вкладку стрелы, покупаем их 41 штуку на все деньги. Потому что, говорю, есть хороший. Твою мать, не то нажал. Есть хорошие шансы, что я подохну просто. Да что ж такое-то, а? Вот, сейчас идем валить первого босса. Я не буду восстанавливать человечность, в этом смысла особого нету, он, в принципе, несложный. А, да. Я все души просрал, твою мать, мне же надо, можно, я могу меч просто улучшить еще. Так, объясняю, зачем нужны кабаны, значит. Хотя я чувствую, на кабанах я там охерею от этого всего. Блин, я так сейчас лажанул вообще.
Ладно, давайте сделаем проще. Давайте мы с вами сходим, посмотрим, что вот на той локации. Я там ни разу не был. Может быть, там немножко душ подфармим. Хотя мне что-то не подсказывает, что там полная жопа. Я туда ни разу не ходил еще. Устройство не поддается. Терять мне нечего абсолютно. Мне нужны души. Просто я просто хочу усилить еще меч свой. Потому что у меня куча где этого титанита и. Так, тут надо сейчас отпрыгнуть. Хорошо. Алый круглый щит. Ну-ка, что он делает? Говно. Алый круглый щит. Черт возьми. Я не знаю, то есть стоит ли вообще реально туда идти, потому что идти сюда за своим трупом, наверное, будет не очень приятно. Я не могу туда пройти, кстати. То есть, ну мы сюда сходили за щитом. Так, стоп. Я упал. Попробуем просто посмотреть, что там. Вдруг там все-таки удастся душ немножко подфармить. Скорее всего, туда, говорю, по уровню еще идти очень рано. Не понял. А что ты не нажимаешь? Он не нажимает его. А, вот оно, что понятно. Сломанный меч вора, душа пропавшего мертвеца. Кстати, это то, что надо. И теперь, видимо, вернуться я оттуда не смогу. Ну ничего, давайте. Пройдем еще вперед. По-любому мы с вами сюда еще вернемся. Да, огненная башня Хейда, вот она что. Давайте вот этого большого урода попробуем завалить. Не получится, значит сдохнем и отправимся назад. Души у нас само три всего только. Ну, я бы не сказал, что они прям какие-то дико сильные, но... Вон еще один. Ладно, давайте используем косточку возвращения, не будем париться. Нам хватит, чтобы сейчас душ, чтобы улучшить наш меч. Не хочу сюда рано еще идти, то есть надо сначала те локации все пройти и использовать. Да. Ну, этих убивать можно, как вы видите. И то я один раз подставился, можно вообще было без урона. И это у меня еще меч не прокачан. Так, берем, используем. Блин, это совсем маленькая штучка, но нам хватит, наверное. Я думаю, хватит, чтобы прокачать меч. Усилить, да, хватит. Так, стоп, а где у меня это? А нет, не хватит. 750 надо душ, твою мать. Эти осколки, главное, хватает, а этого нет. Ну давайте уж. Эта серия, правда, затягивается, но я покажу вам, что за кабаны там, короче. Сейчас-то они у меня особых проблем, я думаю, не вызовут, но все равно. Эти кабанцы довольно веселые, ребята. Давайте выпью я фляжку. Главное, не подохнуть на них. Смотрите, сколько они меня сносят просто. Не забывайте, что я за рыцаря играю. То есть у меня еще броня самая лучшая среди всех начальных броней.
Ну, сейчас, да, они не очень грозными выглядят, эх, то есть я с ними справляюсь, все нормально, но поверьте мне, эти свинюшки непростые, ребята. 6600, черт. Мне еще столько раз придется их убивать. Надо меч прокачать, прежде чем идти на босса. Будет проще. Босс, говорю, он не самый сложный, но все равно, то есть, не помешает. Первый босс, он примерно как, я не знаю, ну, с кем его сравнить-то даже. С Минотавром, наверное, из первого Dark Souls по сложности, вот примерно так же. Гаргульи были все-таки посложнее. Все. 720 уже осталось. Чуть-чуть. То есть эти свинки, видимо, здесь для того, чтобы, ну, вот добить левел. Ну, то есть что-то не хватает, вот, да, немножко совсем не хватает, раз. То есть убиваются, как вы видите, они уже без проблем сейчас. Можно вернуться в первую локацию и завалить этих огров, которые там ходят. Но мы это сделаем, но чуть позже. Так, куда я пошел-то? Мы туда придем, убьем обоих огров, но это будет после того, как мы, по крайней мере, с этим, со следующим боссом справимся. Все. Все. Можем прокачать наш меч. Это я еще, причем сейчас, ну, их валил слабым мечом, можно посильнее было, конечно. И, видимо, этих я, гигантов я тоже, кстати, валил слабым. Вот, усилить, выбираем, блин. Выбираем. Да. Вот, можно еще усилить. Требуется большой осколок титанита, но при этом 1000 душ. 1000 душ у меня нет. Ну ладно, и так серия затянулась, так что давайте на этом закончим. Оставайтесь на канале, в общем, в следующей серии я, наверное... Мы все-таки с вами сходим в первую локацию, надерем жопу тем двум циклопам, потом пойдем завалим босса и будем дальше всех садомировать. Так что оставайтесь на канале, не забывайте подписываться, ставить большие пальцы вверх. Напоминаю, что этот летсплей только для вас делается, поэтому ваши лайки, это, скажем так, все, что мне надо. Всем удачи, пока!